И рыбки спят, детки тоже спать. Марья Ивановна! Тут Ленку разбудите. Видите? Баю, баюшки, баю, что у вас произошло? Я вам денежки принес за квартиру за январь. Вот спасибо, хорошо, положите на комод. Уснула. Вот хорошо, что вы пришли. А что такое? Ни с того, ни с сего директор сегодня дежурит. Заставляет. А Ольга как раз тоже в ночной. Подмениться не успела. Не беспокойтесь, Марья Ивановна, я с Леночкой посижу. А, ну, вот спасибо. А еще как на грех я... Ведь как на грех, тесто я поставила. Я и с Ленкой посижу, и за тестом погляжу. Отправляйтесь на дежу. Ну, тогда я ухожу. А-а-а.